Всем привет, дорогие друзья, с вами Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, когда выйдет iOS 13.1 бета 3. Почему я так говорю? Смотрите, эта бетка выйдет все просто потому, что перейдите в версию ПО, если вы обновились, смотрите, у вас будет здесь вот такая вот 13.1 и в скобках 17A583.1C. То есть, если у вас нету конечной GM точки, то есть Golden Master, это уже есть предрелизная версия. Вот сами должны понимать, что предрелизная уже идет именно та, в принципе, она никак не меняется, поэтому и обозначается как Golden Master. Вот, мы знаем, что сегодня вот 4 числа, около 9-10 вечера, прилетела эта бетка 13.1 бета 2. И у нас уже на следующей неделе, 10 сентября, в Стив Джобс театре будет презентовать новое iOS устройство и саму новую iOS. Но я ранее упоминал, что iOS может быть доступна с 10 по 12 включительно 13 число, потому что перед стартом продаж устройств уже релизная версия должна быть. Вот, а как по мне, если Golden Master сейчас нету, то получается, что бетка будет 9 или 10 числа, еще 3, она уже будет GM, и, как я говорю, где-то 12-13 уже выпустят релиз iOS 13. Вот, это все те мысли, которые я хотел вам донести, потому что оно так есть и быть тому должно. И что хочется сказать, подметить, что батарейку держит вообще отлично. Я проговорил по телефону около 3 часов, вот смотрите. Вот буквально я обновился, вот вам без 21.54, пускай 10 часов вечера, а сейчас время, сами видите, без 15 час. То есть я проговорил 7 часов 23 минуты, то есть проговорил я 3 часа 6 минут. Пользовался Instagram 41 минуту, браузером 59 минут, Safari 14, фото 17, заметки и все остальное вы сами видите. В итоге это получилось 7,5 часов. Сами можете заметить, и у меня 45% заряда батареи. Ну, конечно, я пользовался, наверное, энергосберегающим режимом, потому что он бы иначе не выжил. Вот. И что тут скажешь? Очень классная. Вторая бетка уже замечательная. Я представляю, что будет в третьей, а в релизной вообще будет красота. Она сама по себе шустренькая. Никаких тут нареканий я не вижу. То есть, как бы, все в целом хорошо. Но не забывайте, что релизная еще будет после бетки 3. То есть ждем iOS 13.1 бета 3.